С 1 октября обязательная автостраховка ОСАГО будет выдаваться исключительно на бланках нового образца. Эту информацию подтвердили в Российском союзе автостраховщиков. Напомню, решение о замене бланков было принято зимой этого года. Это сделано для того, чтобы усложнить подделку документов. Теперь полис ОСАГО будет не зеленого, а розового цвета. По заверениям специалистов, обновление документа не повлияет на его стоимость. Кроме того, те, у кого на руках сейчас старые полисы, могут свободно ездить до конца срока действия договора. Внесение изменений возможно в любом офисе компании. В любой офис можно обратиться и внести изменения в бланк старого образца. Не пугайтесь, если страховщик вам предлагает это сделать. Все остальное с 1 октября все обязаны работать только на бланках розового цвета.